Всем привет, друзья! На связи снова Дровивка. Продолжаем с вами играть в Call of Duty Mobile. И сегодняшний ролик будет посвящен пулемету M4LMG Джубока. Красиво все равно, да. То есть вот эти зеленые как раз для магазинов емкости, конечно, выглядит классно. Даже, наверное, мне кажется, он покруче, чем даже этот. Как его? Тут хотя бы он весь виден. Этот Джубока. На этом не было видно на дробовике. Значит, что здесь? Ну, здесь у него тоже, если осталось в магазине мало патронов, перезарядка происходит чуть быстрее. Вот это вот именно слово «чуть», оно реально как так и есть. Все, пошли его тестировать. Так, комплект. Уберем, наверное, место отродья. Так, выбрать улучшение. Ну, тоже улучшим, пофигу. Все равно тратить некуда. Так, я знаете, что думаю? Я думаю, может быть, не будем без коллиматора поиграем. Я вот ни разу не играл с ним без коллиматора. Мне кажется, что будет не очень. Давайте все-таки, наверное, хотя бы этот поставим. Так, тут подвижность. На самом деле, не знаю. А это что? Тоже, блин. Давайте вот это, наверное, лучше поставим. Так, тут потом поставим отдачу. И, ну, даже не знаю, может быть, все-таки поставить приклад. Давайте попробуем. Пусть все будет быстренько. Посмотрим, насколько это будет полезно. Не знаю. Так, это мы убираем, потому что тут смысла нету. Это ж пулемет. Поставим хладнокровие. Так, все. Больше ничего не меняем. Оставляем как есть. Так, все. Начинаем. Сетевая. Так, тут мы выберем превосходство, только уже не стендов. На ней мы играли. Давайте, наверное, на кораблике поиграем. Все, понеслась. Так, ну что, нашлась карта. Кто такие ники им придумывает? Разработчики, конечно, в этом плане прям... Бегущий кумват. Голубиная хурма. Перечный кит. Роковая молния. Ужас. Domination. Так, ну что, выбираем пулемет Джубока. Сейчас мы будем тестировать. Посмотрим, насколько он лучше, чем багровый. Ну, симпатичный. Блин, ну бегает он. Ну, вроде как быстрее, конечно, чем если бы мы брали бы эти перки. Но. Ну, на самом деле, не знаю, без прицела как. Сейчас попробуем, конечно. Но не сейчас. Ну, перезарядка. Хорошо, что можно очередями стрелять, конечно. Ну, вообще, в пулеметах, по сути-то, смысла нету большого очередями. Good work. А где там сейчас оттуда побежит, да? Или нет? Может, вертолет вызвать? Наверное, нужно вызвать, я думаю. Ну, вы все понимаете, что это боты, естественно. Хотя, вот этот чувак вроде не бот. Гранату, который кинул. Да, это не бот, явно. Как так он появился здесь, непонятно. Сначала были все боты, появился не бот. Наверное, это как бы... Специально
мое. Не даст он нам сейчас хорошо сыграть, потому что это не бот. И всю красоту, так сказать, этого оружия я вам не покажу. Но, с другой стороны, ничего страшного. Не, ну бегает он все равно. Хоть ставь ему все три перка, но... Не, ну вы смотрите, ну как это? Ну это нормально, нет? Ё-моё, пушку поставили. Да, кажись, мы продуем. Ну ладно, ничего страшного. Блин, нога затекла. Ну ёпраца ты. Понеслась серия неудач. Красавчик, конечно, чувак. Ладно, мы не будем далеко бегать, потому что нам смысла большого нет. Да и плюс мы не можем никуда бегать, потому что у нас просто не хватает скорости. Ну где он там? Тут что ж был? А вот он. Блин, нога засидел ногу и... У меня от этого это как... Знаете, вот эти мурашки, которые идут. Ой, блин. Так неприятно. Ужас. Не, ну расцветка классная. Смотрите, вот такая прям чисто зелененькая. Зелененькая... как она называется там? Зелененькая, желтенькая такая, красивая. То есть расцветка... Зачет. Ай, блин. Ох, сейчас нога отвалится. Надо вообще, конечно, встать и походить, но... Ладно уж. Юкэ... Не успел я прочитать, что там... Вот это было символично, да? Символично убить того, кто тут, типа, человек. Или это не я сейчас был? Посмотрим. Да, это был я. Смотрите, как он. Видите, пускает раз. Пускает два и не успевает. Его, кстати, навык этот пофиксили. Навык воробья. То есть, как и обещали разработчики, они решили немножко его... пофиксить, то есть сделали урон меньше. Урон меньше и радиус его, когда он, короче, рядом с вами взрывается, то есть вот этот радиус меньше. То есть теперь надо раза два-три попасть, чтобы тебя убить. Поэтому, конечно, сейчас мы это, в принципе, и увидели с вами. Волан-де-Ман, засрань, зашел и всю карту обосрал. Нет бы в другой раз дошел. Ну, ничего страшного. Мы с вами, в принципе, все равно посмотрели. Раскраска симпатичная, как ни крути. Довольно-таки такая интересная. То есть там есть и желтый цвет, есть и зеленый. Такой даже зеленый, я бы сказал, как салатовый. И само существо нарисовано Джубока. Перезарядку я так и не почувствовал. Подвижность на самом деле, наверное, надо убирать. Толку от нее мало. Он и так медленно бегает. Все, а вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, скидывайте свои видеоролики мне на почту. Будем их формировать в один большой ролик, который будет от подписчиков. Будем также его комментировать и выкладывать. А вам спасибо за просмотр еще раз. До новых встреч, пока-пока.